Посмотрите, в каком я положении. Каких еще бед от вас ждать? Скажите мне на милость. Да что такого? Так сложно дойти по лестнице. Да, на 15-й этаж. Еще и в наручниках. Вы просто сумасшедшая, раз приковали себя к мужчине, к незнакомцу, а? Вы представляете, в какое глупое положение вы меня поставили? Вы думаете, я не жалею? Присмотритесь. Разве мне это нравится? Я ваша пленница. Знаете, после нашей встречи все идет наперекосяк. У меня все пошло наперекосяк, и еще до нашей встречи из-за вас я не стала ландшафтным дизайнером. Не стали из-за меня, значит, да? Да, именно так. Сковывайте себя с кем хотите, мне все равно. Не получите землю, плевать, обанкротитесь. Да и ладно, Серкан Балат, мне без разницы. На этом все? Все. Хорошо.